модные мужские джинсы. Отличные размеры. Это новые даже. Новые, то есть джинсы без износа, либо вообще новые. Ну, или с минимальным износом. Здесь небольшой, вот есть небольшой износ. Но новых тоже хватает. Это итальянские джинсы какие-то у нас тут. Adidas джинсы. Не знал, что у Adidas есть джинсы. Размер очень хороший. Босс. Том Тейлор. Не дешевый джинс, скажу. Без износа. Размер хороший. 33-34. Тоже стильные джинсы. Фирмы не вижу. Износа нет. Диджин, не знаю, как читается правильно. Тоже хорошие модные джинсы. Хороший размер. 36-32. Износа нет. Тоже стильно сделано. Очень стильные джинсы. Кармашек небольшой. Тоже размер хороший. Нет маленьких размеров. Вот все такие ходовые. Средний и нормальный размер. Если так приглядеться. О, Левайзы, мои любимые. Тоже размер хороший. Без износа. Ну, блин, стань новых джинс. Бирку вешай и продавай. По 7500. Тридцать шесть, тридцать четыре.
тоже. Джинсы без износа. Фирма Green World. Basic Jean Wear. Джинсы Wear. Так, с английским у меня проблемы. Я его не учил. Так. Такие подростковые. Ну или не подростковые. На худого, как на меня, допустим. Какой размер здесь? H&M. Размер не вижу. Тут еще одни Levi's. Голубенькие. Уже поменьше размер пошли. Ну, не все большие у нас есть. Небольшие. Худенькие есть у нас люди. Тоже без износа. Хороший размер. Хороший джинс. Цвет хороший. Сави 29-32. Без износа. Абсолютно. Целью без износа. Ты напоследок. Оригинальный цвет такой. 34-32. Такой средний размер. Новый. Blockhaus Sunday. Старый добрый немецкий бренд. Вот и все. Очень хорошая позиция. Очень популярная. Приятных покупок.